Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать вот такую вот модель кокетки с цельнокройным воротничком. Это было по просьбе моих подписчиц, поэтому решила вам его сделать. Так что смотрите подробный ролик. Будьте с нами до конца. На фотке, кстати, показана, какая именно эта модель. Вот так вот. Смотрим сам процесс. Итак, для этого нам понадобится бумага А4, линейка металлическая такая и, конечно же, фломастер. Итак, первым делом, что нам нужно? Нам нужно ширину плеч определить. В нашем случае это 36 сантиметров. Значит, берем в половинном обхвате. Это получается у нас 18. Ставим точку. Наша горловина, ширина горловины. Берем где-то 10-11 сантиметров, смотря на то, сколько вы хотите раскрыть горловину. Если в закрытом виде, то вы берете 8-9 сантиметров. Если так открытом, то получается у нас 11 сантиметров. 10-11. Ну, я беру 11. Хочу такую вот открытую. Теперь нам нужно вот эту линию плеча немножечко идти наискос на сантиметра полтора. Мы сделали линию плеча. Теперь мы не будем пока что области горловины трогать. Берем мы теперь нашу пройму. Сколько ширины наша кокеточка вот здесь в пройме будет? 12-13 сантиметров, это нормально, думаю. 15 это уже для таких женщин в форме, таких полных. Ну вот, 12 сантиметров. Если у вас нету такого лекала, можно просто вот визуально делить на 2, отходя в сторону там на 0,5 сантиметров, и сделать такой вот изгиб. Вот такую вот линию. Теперь в дальнейшем. Теперь нам нужно взять полностью, сколько нам нужно углубиться, то есть открытая у нас горловина, сколько, какой длины будет. 20 сантиметров, 19-20 нормально. Давайте вот 19 сантиметров возьмем. И теперь ширину нашей самой кокетки. Ширина самой кокетки будет сантиметров так 4. Какая модель сейчас нужно от этой нижней точки до линии проймы вот так вот красиво оформить. Линейка у меня немножечко поднялась, поэтому линия такая ровная получилась, но ничего. Вот, теперь, смотрите, берем вот это вот лекало. Если у вас нету лекала, то можно просто, сейчас покажу, как сделать. Смотрите, я сделала вот такой вот надрезик на верхней части. И теперь до ровно вот этой линии от нашего надреза. Смысл надреза – это линия уже переходит на плечо. То есть, это линия горловины у нас. И делаем вот такой вот сгиб. Сделали мы такой сгиб. Теперь нам нужно это вот так вот округлить. Если у вас нет лекала, то этот метод, думаю, вполне подойдет.
Вот так вот. Если нету лекала. Это только в этом случае. Ну а если есть лекала, то сейчас вам покажу, что будет. Если есть лекала, ну конечно, с этим намного проще и удобнее. Вот доходим до вот этой линии. Вот так вот вырисовываем такое вот округление. И то, что у нас вот здесь не дохватает, да, просто вот так вот доводим. На этом построение чертежа закончено. Сейчас все вот это вырежу, подверну и покажу, что у нас получилось. Вот, вот такая вот выкройка у нас получается. Это углубление нашей кокетки. Здесь плечо. Здесь я написала сгиб. Почему сгиб? Потому что мы вот так вот подворачиваем. Этот сам воротник цельнокройный получается. Это линия проймы. Это сгиб. Сгиб самой ткани. Ну вот, на этом все. Если, конечно же, этот ролик наберет больше лайков, просмотров, если напишут, чтобы я им показала мастер-класс, как собрать эту кокетку, то, естественно, я вам его покажу. Будьте с нами. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. И всем пока-пока. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ждите новых роликов. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.